У ФСБ России по Самарской области пресекла противоправную деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик 1996 года рождения, который, являясь приверженцем радикальной исламской идеологии, неоднократно переводил деньги на счета подконтрольных членов международных террористических организаций, чтобы оказать помощь в приобретении вооружения, боевых патронов и военной техники для участников указанных террористических организаций. На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным по всем эпизодам инкриминируемого ему преступления и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания 3 года в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима.